Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы зашли ко мне в гости. У нас сегодня великолепные мальтизерс. Кто пробовал это печенье или конфеты? Начнем. Здесь у меня белок. Взбиваем с добавлением соли. Постепенно добавляем сахарную пудру. Белок взбился прекрасно. В конце взбивания я добавила немного лимонной кислоты, пару крупинок. Теперь добавляем сухое молоко. И аккуратно перемешиваем. Уже перемешиваем без миксера, а просто вручную. Перекладываем в кондитерский мешок. Можно из бумаги сделать, из пергамента или вот как у меня кулек. И стакан. Отсаживаем небольшое печенье. Духовка 100 градусов до полного высыхания. Духовки все разные. Рецепт под видео. Спасибо, что вы поддерживаете меня и мой канал. Все, и в духовку. Наше безе готово. Силиконово хрустящее, но еще горячее. Охлаждаем. В это время нам надо растопить с вами шоколад. Выкладываем шоколад в любую емкость. На водяной бане или можно в микроволновке. Разогреваем. Если наше безе постоит при комнатной температуре немного, их можно склеить попарно. Вот так. Но не все. Ждем еще немножко. Склеиваем. Видите, полчаса постояли и уже можно склеить. Дальше в шоколад. И охлаждаем. Процесс, конечно, займет некоторое время, но я думаю, это того стоит попробовать. Видите, я жду, когда шоколад хорошо стечет. Давайте, пока мы будем делать, первую партию уже поставим в холодильник, чтобы снять пробу нам. Наши великолепные мальтизерс готовы, очень вкусные. Спасибо, что вы были со мной. Красота, а я продолжаю.